Рогатая ящерица имеет способ защиты от таких крупных хищников, как, например, койоты. Если ни один из ее способов защиты не помогает, она применяет свой коронный удар. Из-за высокого давления капилляры в глазу ящерицы лопаются и выстреливают струей крови прямо в рот хищника. Помимо того, что это противно, в крови ящерицы есть рецепторы, которые сильно не нравятся псовым и кошачьим, таким как рысь или койот. Хищник убегает и еще минут 15 будет сплевывать попавшую в рот кровь ящерицы.